Здравствуйте, на государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Мероприятие в Манделье-Ла-Напуль. ЕС является важным партнером для Армении, Арарат Мирзоян. Опубликованы первые кадры из освобожденного армией Сирии Латаминского котла. Франция и Великобритания намерены выступить единым фронтом в вопросе Ирана на саммите лидеров G7. Турецкие СМИ возмутились из-за книги израильских авторов о геноциде против армян. Варагаванг нуждается в спонсорах. В рамках 75-летия высадки в Провансе в прошлую пятницу в присутствии знаменосцев Франции и Западной Армении президент Арменак Абрамян принял участие в церемонии в Манделье-Ла-Напуль, отдав дань уважения бойцам, павшим на поле чести. Церемония была организована ратушей Манделье-Ла-Напуль и президентом знаменосцев Жана Жака Гая под почетным председательством месье Себастьяна Леруа, мэра Манделье-Ла-Напуль. Речь мэра, как обычно, была великолепной. Свобода – не вопрос потребления, а скорее ценность для сохранения, которая требует ежедневной борьбы. Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян 23 августа принял главу представительства Европейского союза в Республике Армения посла Петра Светальского, который завершает свою дипломатическую миссию в Республике Армения. Об этом новости Армении News.am сообщили в пресс-службе парламента Армении. Спикер парламента отметил, что рад вновь встретиться с послом, который за годы своей работы доказал, что является настоящим другом Армении. Арарат Мирзоян добавил, что ему было очень приятно сотрудничать с послом Светальским. В конце встречи спикер Национального собрания подтвердил, что ЕС является важным партнером для Армении, и мы должны прилагать постоянные усилия для окончательной ратификации соглашения между Арменией и ЕС и зарегистрировать новые успехи в остальных направлениях совместной повестки дня. Генштаб ВС Сирии сообщил о взятии под контроль города Хан-Шейхун и ряда населенных пунктов на севере провинции Хама, которые ранее занимали боевики. Правительственным войскам удалось освободить Хан-Шейхун. До этого момента город являлся ключевым форпостом боевиков в Идлибе. Кроме того, сирийская армия заняла 4 деревни на севере провинции Хама – Кафр-Зету, Аль-Алтамину, Латмин и Тель-Фас. Также стало известно, что сирийские военнослужащие окружили наблюдательный пункт турецких военных в Муреке. В результате наблюдательный пункт Турции был блокирован. При этом, как сообщали СМИ, Анкара уже заявила, что не намерена выводить свои силы с какого-либо наблюдательного пункта на севере Западе Сирии. Франция и Великобритания намерены выступить единым фронтом в вопросе Ирана на саммите лидеров Большой Семерки. Как сообщает Reuters со ссылкой на британский дипломатический источник, Лондон вряд ли изменит свой подход по Ирану, несмотря на встречу премьер-министра Бориса Джонсона с президентом США Дональдом Трампом. «Важно сохранить единство Евротройки в отношении Ирана», отметил французский чиновник, в то время как британский источник заявил, что Великобритания считает, что иранское ядерное соглашение 2015 года – это лучшая гарантия того, что Тегеран не получит ядерное оружие. Президент Франции Эммануэль Макрон должен встретиться в пятницу с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом на фоне усилий спасти ядерное соглашение. Израильские историки Ненни Моррис и Дрор Зиев являются соавторами книги, выпущенной 24 апреля 2019 года «30 лет геноцида уничтожения христианских меньшинств в Турции», которая также освещалась в турецкой прессе. Книга была издана издательством Гарвардского университета, сообщает Эрмени Хабер. В книге говорится, что по приказу Османской империи и Турецкой республики около 4 миллионов армян, греков и ассирийцев были убиты. По словам турецких СМИ, авторы не изучали работы тех историков, которые высказываются против геноцида и резни. По словам авторов книги, многие турецкие архивы были им недоступны. В частности, они хотели использовать архив военных, исторических и стратегических исследований Генштаба Турции, но последний был закрыт для исследователей. Книга разделена на три части. Первая часть включает в себя расправу над 200 тысячами армян христиан в 1894 по 1896 годы. Вторая часть включает крупные депортации и массовые убийства, которые начались в 1915 году и признаны геноцидом. В третьей части – депортацию оставшихся христиан. В 1919 по 1922 годы и массовые убийства и депортации в Киликии, которые турки называют годами войны за независимость. В книге также обсуждается судьба около 250 тысяч ассирийцев. Варагаванг находится в 10 километрах от города Ван, Западной Армении, у подножья горы. Сооружение, которое сохранилось с начала XI века, сейчас находится в деревне Юкар-Бакрал. Варагаванг-монастырь, названный в честь местности, был построен армянским царем Васпураканом. Со временем он расширялся и включал в себя 7 церквей, прилегающих друг к другу. Монастырь был поврежден в 2011 году во время землетрясения, и никаких официальных реставрационных работ не проводилось. Фрески в храме исчезают из года в год. За монастырем следит сын местного имама
но ему без госпомощи трудно сохранять целостность строения. По его мнению, поддержка благотворителей необходима для сохранения Ворогаванка. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Армянскую национальную академическую капеллу. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!